В минувшую субботу, 19 сентября, отмечался Всемирный день чистоты. В рамках праздника миллионы людей вышли на массовые субботники. Не стало исключением и Тверская область. Реализуемый на территории Верхней Волжи проект «Сделаем» объединил в общей сложности почти 14 тысяч добровольцев. Среди них сотрудники Тверского вагоностроительного завода, члены регионального отделения Союза машиностроителей России. Они навели порядок на улице, названной именем вагоностроителя, героя Советского Союза Михаила Румянцева. Солнечный день, отличное настроение и общее благородное дело. Волонтеры Тверского вагоностроительного завода первой точкой субботника выбрали мемориал, где захоронено 1409 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Он находится в завершении улицы Михаила Румянцева, одного из трех вагоностроителей, героев Советского Союза, в честь которых названы улицы Твери. Мы участвуем во всех городских мероприятиях, куда нас приглашают, да, где у нас явно есть желание, да. А желание, слава богу, у нас не иссякает. Люди достаточно творческие, деятельные. И когда есть куда свои силы, свои возможности, таланты в какие-то мероприятия, которые приносят добро, мы, конечно, всегда участвуем. Совместно с ребятами из юнармейского отряда «Сириус» сотрудники Тверского вагоностроительного завода, члены регионального отделения «Союзмаш России» возложили к фигуре советского солдата венок и цветы. Далее вагоностроители переместились практически в самое начало улицы Михаила Румянцева. На доме номер 7 в 1969 году была установлена табличка, на которой сообщается, что улица названа в честь вагоностроителя, героя Советского Союза. Михаил Ильич Румянцев – уроженец Тверской губернии, военный летчик. В годы Великой Отечественной войны он совершил десятки боевых вылетов, уничтожив множество немецких солдат и огневых позиций врага. 1 июля 1944 года за образцовое выполнение задач, поставленных военным командованием, и проявленный при этом мужество и героизм, удостаивается звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и Золотой звезды Героя. Сотрудники Тверского вагонзавода не только привели в порядок один из участков улицы Михаила Румянцева, но и познакомили местных жителей и прохожих с личностью героя, в честь которого названа улица. Румянцев вообще – это наш бывший вагоностроитель. Он в свое время работал. Да. В буклетах, которые раздавали сотрудники вагонзавода тверетянам, содержится информация о еще 7 героях Советского Союза, которые трудились на предприятии. А в спецвыпуске газеты «Тверская жизнь», посвященном 75-летию Победы, история о боевых и трудовых подвигах вагоностроительного завода в годы войны. В год памяти и славы Тверское региональное отделение Союза машиностроителей России выступило с инициативой о присвоении улицам Твери и населенных пунктов Калининского района имен еще 4 вагоностроителей, героев Советского Союза.